Сегодня 18 марта 2018 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном любитель, первооткрыватель 38 переменных звезд. Я имею огромное желание сегодня проголосовать на выборах президента Российской Федерации за Владимира Владимировича Путина, но не имею для этого возможности, поскольку вынужден скитаюсь. Я вчера еще не знал, где буду сегодня находиться и ночевать, поэтому не подал заявление ни в какую избирательную комиссию. Я не имею возможности проживать в своей комнате номер 2 в коммунальной квартире по улице Кошкина, 19, корпус 1, квартира 210 в городе Москва из-за безнаказанных преступлений в отношении меня гостями и жильцами комнаты номер 1 при бездействии должностных лиц в течение больше, чем года.